Теперь сообщить о фейках и спам-звонках можно на портале «Наш Север». Северяне все чаще получают фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах. На телефоны жителей Мурманской области стали поступать сомнительные звонки и смс-сообщения. На портале «Наш Север» в разделе «Сообщения» создана специальная категория «Фейки и спам-звонки». Все сигналы с сайта поступят в Центр управления регионом и будут отработаны совместно с Министерством цифрового развития региона и Роскомнадзором.